В Люберцах прошли открытые муниципальные соревнования по боксу «Люберецкая перчатка». Турнир собрал более 200 человек. За боями, которые прошли в первый день, наблюдал Богдан Колесников. Соревнования «Люберецкая перчатка» впервые прошли 11 лет назад. С 2021 года их проводят в память об известном тренере по боксу, мастере спорта СССР Александре Сидорове. Большую плеяду боксеров, хороших людей воспитал Александр Сергеевич. И 3 года подряд мы проводим этот турнир в памяти нашего замечательного тренера Сидорова Александра Сергеевича. Это юношеский турнир, который позволяет ребятам принять участие, выйти на ринг и начать свою спортивную деятельность как боксера. Те боксеры, которые здесь участвуют, они получают разряд. Они получают боевую практику. Петр Невечеря – один из самых юных участников. В свои 12 лет боксер провел 34 боя. В 26 из них победил. Благодаря хорошей подготовке и умению делать комбинации, пробивающие оборону соперника, в весовой категории 40 килограммов в сегодняшнем поединке тоже стал чемпионом. Я смог его победить благодаря сильным тренировкам. Тренируюсь уже 2 года. Второй разряд. Это хорошо очень. Сегодня у меня очень ноги болели. Я еле переставлял их. Было больно. Чуть-чуть. Это было больше бегать, чтобы потянуть ноги. Алексей Большаков боксом увлекся 1,5 года назад. На турнир приехал из Красногорска. Спортсмен знает, чтобы хорошо выступить и не получить непредвиденных травм, перед боем нужно разогреться. Меня привлек бокс тем, что хорошее для себя развитие, силы, все это. Защищать кого-то. Я сегодня настроен показать хороший результат. Красивый бой готовы показать и другие участники. На ринг выходили спортсмены из Москвы, Подмосковья и Республики Мариэл. Соревнования по боксу «Люберецкая перчатка» памяти мастера спорта СССР Александра Сидорова проходили в течение 4 дней. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.